Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Moda Fashion. В сегодняшнем видео мы покажем, как мелькать трендовые фасоны платьев. Давайте вместе разберемся на фасонах платьев. Не забудьте подписать и поставить лайк на нашем канале для продолжения видео о стиле одежды. Летом на первый план входит платье с короткими рукавами, подтяжки и платья-рубашки из тонких тканей, а зимой платье из более длинной и толстой ткани. В старых видеороликах на нашем канале YouTube вы можете увидеть стильные фасоны платья, которые позволят вам чувствовать себя комфортнее и увереннее. Если у вас есть свободное время, рекомендую посмотреть другие наши видео. Шифон штабр платье шоп, который является выбором номер один для женщин. Шифон повседневную элегантность могут стать вашим первым выбором благодаря своим элегантному внешнему виду. Платье шелк также является хорошей альтернативой для женщин, поскольку их можно носить в любое время года. Золотое правило при выборе платья – знать свой тип телосложения. Если у вас есть груша видно тело, вам следует выбрать фасон платья, подчеркивающий талию. Если у вас есть тело формы яблока, вы должны выбрать фасон платья, подчеркивающий ноги. Если у вас есть прямоугольный тип фигуры, вы должны выбрать фасон платья, подчеркивающий ваши плечи. Какие виды фасонов хотите увидеть, можете написать в комментариях, и мы постараемся выложить. Этот красивый платье с фасоном галюпек. Галюпек можно одевать на работу, на прогулку, а также на свадьбу. Уважаемые зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и выключить звонок, чтобы не пропустить такие новые эпизоды видео. Напишите в комментариях, какой стиль одежды вы хотите видеть в следующем видео. Мы будем продолжать публиковать для вас новые видео каждый день. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!